Здравствуйте, друзья. Такой небольшой мини-отчет о проделанной работе. Вот. За эти, уже считать, 2 недели мы раздали очень много каши гуманитарной, а также хлебушка. Также раздаем детям, беженцам из Мариуполя в безымянном селе, сладкие наборы. Вот вчера купили 2500 таких вот палочек по 175 грамм, огромные палочки. Вот. Даже вот некуда складывать. Вот. Забили все, что есть. Вот. Также вот такие наборы конфет. Вот. Вчера раздали около 400 пачек палочек и где-то 600 наборов конфет. Вот таких. Вот. Также раздаем соки. Здесь мы фасуем. Да. Также соки. Вот. Вчера раздали около 600. Ну, каждый день по 600 да, соков таких вот раздаем. Вот палочки. Да, палочки вот, у нас везде. Тут была вчера целая гора до потолка. Вот. Там палочки. Да. Также по возможности раздаем, стараемся как-то комбинировать. Позавчера раздавали фрукты, вот бананы. Сейчас. Фрукты раздаем, бананы, яблоки и мандарины. Каждому ребенку по банану, яблоку и мандаринку. Спасибо всем. Спасибо всем, да, что поддерживаете. Да. Без вас это чудо бы не произошло бы. Вместе мы сила.